Добрый день, меня зовут Александр Трофуша, живу и работаю я в городе Мюнхене, Германия. Как я пришел к тому, чтобы стать заточником? С детства я любил затачивать ножи. Когда вырос, я также это делал и это обожал. Но как я стал за профессиональным заточником? Моя жена пошла в салон, где делаю ногти. Я пошел вместе с ней и вышло так, чтобы, ну, зашел ненавязчивый разговор. И вышло так, что, оказывается, в Украине, она пошла там, никто не затачивает, ну, затачивает, но нужно посылать из Закарпатской области или в Киев, или в Днепр, или во Львов. И ждать, когда они вернутся, до месяца. Потом я эти же практически слова услышал здесь, в Германии, что наши девчонки, которые занимаются ногтями, посылают Минск, Москва, Киев. И тоже ждут очень долго. Я начал эту мысль развивать, и в 2019 году, где-то в мае, через Google нашел фирму Adams, где мы договорились о том, что я к ним приеду учиться. Вела со мной беседу Евгения, приятная женщина, и много мне подсказала. В ноябре я приехал в Самару, где меня учил Владимир Сидоренков. Он мне поставил руку и помог подобрать станок для маникюрки. По возвращению в Германию я начал заниматься маникюркой. Поначалу, естественно, это было все долго, потому что не была набита до конца рука. Сейчас это, естественно, происходит до 10 минут, и я доволен этим. Но где-то год тому назад я вижу, что это идет, и меня задают люди вопросы. А вы можете затачивать ножницы, затачивать то, затачивать другое. Я уже подбив сына, поехал второй раз в прошлом году, это 2001 год, на учебу, чтобы закупить оставшиеся станки, которых у меня нет, это еще 4, и отучиться на парикмахерский бытовой инструмент, что и произошло. Сейчас у меня есть все станки. И я затачиваю и ножевые блоки, и парикмахерские инструменты, и ножи, ну, то есть все то, что можно заточить, вернее, практически все я затачиваю. Я приношу великую благодарность фирме Adams, которая наставила меня, которая дала мне возможности понять, что есть что. И я рад, что теперь это мое любимое дело с детства, от ножей, которые я обожал, чтобы они были острые, переросло в хорошее хобби, за которое мне люди платят деньги, а я за это наслаждаюсь. Так что у кого есть желание, не покидайте эти мысли и эту мечту, а приводите ее в действие и становитесь моими коллегами. С уважением, Александр.